Всем здорово, соучастники. Скажите всем привет. Всем привет. Всем привет. Короче, купили юнит с какими-то коробочками. Купили недешево. Прямо здесь сверху кондиционер. Работает немножко шумно, но зато прохладненько. Вот так это выглядело на фотографиях. Много разных коробочек, но вроде ничего особенного. Вон коробки с туалетной бумагой. Но было интересно посмотреть, что внутри. Решили поучаствовать. И выиграли мы эту колдовку за $510, а месяц комиссии будет 560. Вот такие коробочки. Это проектор. Ну, я так думаю. Беллин Ховел, да. Мы продавали уже. Я думаю, что долларов 100-150 где-то, наверное. Если рабочий. Минимум 100, хорошо. Так, что в коробочках? Тяжелое. Так, что-то, какой-то новый товар. Вино, это... Где вино проверяешь? Да. Сайт, где вино? Проверяешь цену, да. Точно, вино. На Павали, Калифорния. Это. Оно. $44. Ну, слушайте, очень неплохо. У нас 18-й. Очень удачный урожай, кстати. Ну да, в продаже такие есть. $40, где-то 60. Самая дешевая цена $35. Ну, то есть минимум по $20 за бутылку, если оптом. Мы не будем продавать. Так, подожди. Хором, мы не будем продавать. Ну, ладно, смотри, сколько. Смотри, вот, вали. Вот. Ты понял, сколько ящиков? Серега очень рад, по-моему, да? А это тоже. Серега, ты же бросил пить. У меня очень крепкая сила воли. Я могу бросать каждую неделю. Нормально, нормально. Да, кстати, это был лед. Вот так доставочка с заморозкой. Ну, то есть, если даже по $35 за бутылку, то здесь $210 за ящик. Так, ну хорошо, один ящик, а остальные? Пылесос внутри, может, даже новый. Я ракетку нашел. Или это барабан? Шаманский. Или веер. Есть нож? Ножик есть. На сцену выходит Джокер. Класс. Эта коробка не очень тяжелая, а здесь ведро. А в ведре утка, яйцо в утке. А так все-таки это бубен, это не ракетка. Значит, будем вызывать дождь. По-твоему, здесь пусто? А, бананы. Для выживания? Для выживания, да. Попробуем. Открывай. Сроки там есть? Вроде как сухой паёк. Давайте проверим. Запить почему? Да, просто бананы сушеные, да. И все. Чем запить, Серега? Что у нас есть, чтобы запить? Только вино 18-го года. 47-й? Январь 2047. Посмотрите, сколько стоит. О, 46-й год, точно. Я думал, шутишь? Ничего 46-й. Себе. Как раз тебе на юбилей попадает, Серега. Вот еще еда какая-то. 160 порций написано. Открою. Ведро $150. Яблоки. 46-й, да, год. И они размокают, и получается, да. И получается еда, да? Угу. Вот столько еды у нас уже. Это открываем или нет? Да, давай. Открываем. 46-й год. Вот, там вкусно. Макароны. Сделано в 22-м году. Ну, вот это все еда. На 12 дней ведра этого хватит. Один человек, 12 дней еды. Прикольно, слушай. Угу. Это очень хорошо продается. Да? Вот это $7-8 за штуку, а ведро 150 стоит. А вот это? Еда в этом ведре может храниться 25 лет. $120. Но мы сможем все продегустировать. Паста, дринксы есть. Сколько блюд у тебя, молоко, смотри. Молоко, шоколад. Еще коробочка, еще тяжелая, кстати. Все для выживания здесь, да? Да, все для выживания. И бубен, чтобы дождь вызывать тоже. Для выживания и для вызывания. 70 порций? Да. $150 тоже, да? Но оценим ведро пока в $100. И у меня тут еще много по $100 разных ведер. 300. Вот еще. $600 за две коробки плюс. Томатный базилик суп. Водой зальешь и будете обед, слушай. Ой, а я вижу хороший знак. Написано Hugo Boss. Еще лучше знак. Написано Tumi. Lexus. Lexus Tumi. И что? Сколько стоит оно? Загляни. А я загляну в сумку. Lexus Tumi. Вот номер внутри. Очень недешевые сумки. Бушная в проданных $245. Она новая, но она пыльная. А, да. Она с бирочкой, она новая. Поэтому, может быть, уйдет и за 300. Ну, пока 250. Тебе идет вообще. Да? Как раз под твой Lexus, кстати, подходит. Евгений, смотри, какая бирочка. Еще сумка. Такая же, да? Почти это такая же. Новая. Это поменьше немножко. Это новая. Это поменьше, плюс $200. Евгений, ты видел? Это нож. Ну, это такая, да. Не думаю, что будет $300-$200. Может, 70. Ну, долларов 70, да, 80. И это, кстати, тяжелее, чем те ведра. Суп, каша, это овсянка. Доллар 80? Да. Ну, так и есть, сумка 80. 5 порций в пакете? А здесь 10. 5 точно. Ого. Там прям много. Это он так разбухает. Бросил ведро, и сразу полное ведро каши. А здесь фильтры для воды. Ну да, в общем, фильтр для воды. Вот. А здесь маски, салфетки. Ну, в общем, готовились к апокалипсису. Бункер хотели делать. А бункер хотели делать? Ну. Поехали туда, а там занято, да? На твин. Маски, в общем. Светильники для бункера, наверное. Скетчерс. Ну, такая обувь для взрослых, я бы сказал. Ортопедическая. Молодежь таких особо не ходит, да?
Да. Серьезно, серьезно. Люди в возрасте скетчерсы с удовольствием. Поэтому, если у вашей бабушки или дедушки день рождения, вы знаете, что им подарить. Тоже новое. Брукс. Получше уже будет. Вот такие. Долларов 30-40. Еще скетчерс. О, Adidas. Тоже новое. Но Adidas прикольный. О, у Сереги Adidas. На, Серега. Это пенсионерам на продажу. А это будем носить. Евгений. Номер 3. Знак Лексуса. Ну. А, Туми, да. Ну, это... Не знаю, сколько стоит. Кнопочку нажимай. А Лексус есть? А Лексуса нет. Отъем. Ну да, Евгений, ты прав. Человек в возрасте. Трость остался. Рамочка. Фарфор. А, это Ленокс. Долларов 30-40. Не особо дорого. Евгений, они точно к чему-то готовились. Вот туалетная бумага. 4 слоя. Здесь тоже. Это перчатки. Это салфетки. Салфеточки. А так ничего. Я думаю, не пропадет. Это на продажу не пойдет. Между своих разойдется, да и все. Кому надо по необходимости. Ого. Ого. Я же говорю, ого. Санитайзер, еще салфетки антибактериальные. Ну, короче, в ближайшие месяцы мы это покупать не будем. Если это тоже все, ну, то... Евгений, ого. Еще вино. Ого, 12 штук. О, это хорошее. Хорошее? Каберне Савиньон, 18 год. Берингер. Ого, сколько отзывов? В звездочках 4,2, 7 тысяч отзывов. Очень популярное вино. Стоит $30. Ну, не так плохо. Так что, на продажу не пойдет? Не пойдет. Не пойдет, говорит. $300. $300 за коробку? Да. Угу. Серега, мы нашли еще одну коробку большую. Еще? Еще винишко нашли. А штопор есть? Штопор есть. Я думаю, есть. Ты хочешь прямо сейчас дегустировать? Штопор. Нет, давай занесем потом. Ну, мы так-то не пьем. Серега, немножко дегустируй. Lexus. Документы от машины нашлись. 13-й год. GS350. Какая-то щеточка для лица. Новая, запечатанная. Ценник $195. Ой-ой-ой, попадало что-то. Купили, даже не открывали. А упала, оказывается, ковбойская шляпа. Бирочка есть. $58 цена. Не знаю, написано 58, но... А может, так и есть. Проверим, ладно. Боксинг. Ух ты, смотри, какая защита. А ну, одевай. Проверим, насколько прочный шлем у тебя. Ну что, у тебя удар поставлен? У меня, да. Я просто не хочу грузить без тебя. Давай, догрузишь, а потом будем тестить. Нормально. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. О, вот это другое дело. Картье? Мое почтение. Коробочки пошли. Картье. Так, а ну. Как-то слишком легко. Ё-моё. Часы. Были часы. Остались звенья. Не, остальные. Балун, наверное. Или танк. Но не Сантос. А здесь? Болсы. Ну да. Пьер Карден. Ручки. Ценник $10. Недорого. А вот что-то за 15. Ну, может, это... Ух ты, может, это не оно. Запонки, браслетики. Вот еще запонки. Пьер Карден, Пьер Карден. Так, ну, что еще? Мегабанк. О-о-о. Мегабанк. Серега, что-то есть. Что-то есть. Тяжело? Не. Ну, давайте поподробнее рассмотрим. А, еще и деньги есть, слушай. Да. Угу. Старые. 20-ка. Единички старые. Синяя печать. 35-й год. 57-й. Двоечки. 78-й. 20-ка. 95-й. Ну, то есть, личные вещи. Ну, давайте сюда. Так, и что? Есть золотишко? Женщина в возрасте, да. 24-й год рождения. 100 лет ей. 100 лет. Угу. Что за украшение? Может, и золотишко. А я поищу что-нибудь еще. Ух ты! Что-то звенит. Смотри, какой мешок. Был бы забитый полностью. Вот до краев. Мелочевка, мелочевка. Ну, монеты не старые, обычные. Не, не золото, остальные. Вот золото. Вот золото. Ну, очень мало. Золотишко. Но пока мало. Мы же не знаем. Вон, у нас еще сколько коробок. Давай будем откладывать. Серега, Шишкин шел. Ого. Бабуля 24-го года рождения. Потому что Шишкин? Не знаю. Я не разбираюсь. Да, ну да. Ну, вот там, наверное. Да не, что-то. От моли, наверное, какая-то штука. Вот, смотри, наркоты сколько. Вот что я для тебя нашел. Подставочка под бутылочки, да. Засунул туда бутылки и просто стаканчик подносишь и цик-цик-цик. Вот так выглядит. Красиво очень. Держи. А вот еще Lexus. И что это? Для мытья машины. Официальный Lexus. Все. Теперь машины у нас будут очень чистые. Посмотри. И BMW. 91 тысяча долларов. 750. Вот так, пожалуйста, пенсионеры. В 17 году купили новую машину с салона BMW 750. Стоимость ее 91 тысяча долларов. Пенсия. Ну а почему нет, правильно? Старые кассеты. Прямо все кассеты. Евгений, а в твоем Lexus есть DVD-плеер?
Нет уже. Уже нет. Ну, теперь будет, можешь установить. Samsung. Смотри, сколько камней солевых. Можно лизать, как лось. Тони Робинсон. Успешный успех. Новый запечатанный, слушай, полностью. Встань и делай. Или как там, правильно? Встань и иди. Встань и иди и что-то делай. Семидневная программа трансформации вашей жизни. За 7 дней ты станешь другим совершенно. За сколько мы это можем продать тем, кто хочет измениться? $50. $50. Недорого. За самые лучшие изменения вашей жизни. За 7 дней всего. Вот Серега, допустим, 7 дней назад еще не пил. Каждую неделю меняется. Прошел курс и все. И теперь будет дегустировать вино сегодня вечером. Ювелирку положили в коробку, а коробку засунули в коробку. Так получается. Никто не узнал. Точно, так и есть. О, ничего себе. Неожиданно. Вот оно, Золотец. Где все было. Ну, как бы, надеюсь, что не все. Коробок еще много. Это золото. Золото. Это золото. Угу. И вот это золото. И вот это тоже золото. Угу. С бриллиантиком. Угу. И подвесочки золота. Ну, неплохо, согласен. Могло быть, конечно, лучше. Еще впереди. Еще впереди, согласен, Серега. Два ящика вина у тебя. Один. А, один? Как один? Два. У тебя один. Вот тоже брюльки. Не, это не золото. В смысле? Да. Да, ё-моё. Это точно не бриллиант. Ладно, не все золото. Ну, вот цепочка золотая. Цепочка золотая. Колечко, серебро. Так, ладно, давайте у себя переберем. Где у нас ящик для золота? Так что прямо в коробочке ювелирная шкатулка с золотом. Ну вот еще не все здесь. Деньги, нет? Кэш, смотри. Ого, сколько. Да нет. Не хотелось бы, но это все чики-чики. Ё-моё. Кому печать поставить? А что там написано? Там написано, что давай здесь, ищите лучше. Все, стоит. А вот документы. 35-й год рождения. Это документы другого человека уж. Может, здесь много бабушек? А еще коробочка. А здесь? Тяжелая. О, каждый потрогал тяжелое. Ну что, давайте. Пам-пам-пам-пам. О, часы. Так, я сразу беру вот эти. Кто какие? Я вот эти. Ну, а что мне осталось? Ничего не осталось, только вот эти. Ну-ка, оригинал. 10 карат. У меня Майкл Корс. Клаус Кобек. Не знаю, что это. Кент Кольни. А это что? Ерунда. Да, стальные. А могли быть из белого золота? Мне такие нравятся. Они такие винтажные, как у мафиози когда-то были, знаешь, под браслет. Да. Угу. А так, браслеты. Но, видимо, ничего ценного. Стальные браслеты. Да нет, тут по ремешку говно. Говно, говорит. Недорогие, надо говорить, не говно. Но они симпатичные все равно. 17 камней, 10 карат. 10 карат филд, наверное. Да. А ну, давайте посмотрите. Ну да, покрытие не золото. Были бы золотые часики, было куда получше. Ну ладно. Евгений! Я вроде еще нашел эту штуку. Здесь документ. Не знаю, бижутерия, нет? Где там эти золотые? О, вот. Золото. Вот золото. Браслетик где-то? Да, прям повешаю сразу. Угу. Бисмарк или как называется? Угу, красиво. Вот золото. Йоу. Вот так. Йоу. Ты понял? А ну давай пробу посмотрим. Это 14 карат. Здесь оторван карабин. Не видно пробу, но видно, что золото. Вот еще что-то очень старое и тяжелое. Монеты? Да не, камни, смотри. Настоящие? Я думаю, да. Красиво. Рубин. Угу. Ну, проверим. Да. Но у них могут быть и настоящие, кстати. А это что тяжелое? Тоже камни. Да, пожалуйста. Минерал. Вот эти. Зубную щеточку с мылом и почистить будет очень красиво. Смотри, какой бриллиант нашел. Видел? Большой. Щеки это камни. Гидрофорусы, нет? Без уха немножко. А у меня похоже на кварц. Кварц это, да? Mm-hmm. В общем, камни-камники. Это что такое? Открытие чакр. Открытие чакр, говорит. Еще камни. Открытие. Красивые. Тестер, но не открывает. Тестер. Открывает. Вот, откручивается. Вот. А, вот. Будешь бабушкой пахнуть теперь. Не, слишком пахнет. Да, вкусно. Кстати, это для этого. Для бубна точно. А это знаете для чего? Для зубочисток. Насыпаются зубочистки, потом хотите взять зубочистку, он берет зубочистку, зажимает ее в клюв и поднимает. Отсюда можно взять. Прикол такой. Класс, я тебе говорю. Благовоние, вонючие палочки. А, нет, слушай. Нет. Что, часы? Часы. Серебро. Серебро? Угу. Скейген. Неплохие часики. Мирона. Не очень дорого. Запонки. И булавочка, может быть, золотая, да.
Вот такая вот. Ну, это же лучше, чем палочки благовония, блин. Конечно. А здесь? О, монеты. Вот здесь сколько? Что за камни? Изумруды и сапфиры. А у меня монетки. Еще брызгал костек. Пахнет? О, как запахло. Вкусно запахло? Здесь такая вот посуда розовая. Целый ящик. А ты что нашел? Монблан. Ручка. Золотая? Не вижу пробу. Может быть по золоту, но все равно. А может быть и золото. О, Ронсон. Ронсон — это хорошо. Ладно, на проверку. Опа. Опа. Ты видел? Прямо бижутерия. Серебро. Ну там подписано что-то. Вот такие. Тоже нет. Очень жаль. Но проверить надо. Часы Fitbit. Кстати, подошла только что менеджер, говорит, что хозяева сами отказались от юнита. Позвонили, сказали, что дедушка умер, нам оно не надо, поэтому продайте и все. Вот, рюконожик японский. Маленькие суши нарезают, такие вот, совсем маленькие. А что это? Весы для багажа. Ты куда-то лететь? Электронные весы для багажа. Планета обезьян. Тяжелые. Похоже на серебро, похоже, кстати. Серебро. Похоже, да? Какая-то винтажная техника. Фотоаппарат. А это что за коробочка? Полароид? Полароид, да. Помни, дорогая. Вот такая вот. И выезжает сюда, где-то ее надо. Каждый раз мы ее высовываем, потом не можем засунуть. А потом не можем закрыть ее точно. Уже не можем. Ё-моё. А, вот здесь. Пошел. И плюс телефон еще рядом такой, который в другой руке. Вот так, идешь позвонить, сфотографировать. А потом кто-то додумался объединить это вместе, понимаешь? Круто. Вот это была мысль. Почему раньше этого не сделали, непонятно. Видеокамера. Bell & Howell 16 мм. Вот такая. А ну давай, я тебе поколдую, чтобы еще золотишко нашлось. А то коробочек осталось совсем немного. Надо бы добить. Так, есть такой пакет. Увидели, что цепочки, но не знаем, золото или нет. Давай проверим, бубен работает или такое. $8. Понятно. Ну да, по золоту, не золото. Вот такой вот целый мешок. Тоже по золоту. Часы называются Android. И что часы Android? Хорошие? Нет. Никто не знает. Вот такие. Непонятно, на что похож. Серега, смотри, сколько золота. Ого. Ого, я тебе говорю, было бы, если бы это не было по золоту. Ну там надо проверить. Надо проверить, да? Ладно, проверим. А, и нашли зубочистки. Давайте протестим утку. Или это не утка, это дятел кто-то? Пингвин. Пингвин, тем более. Засыпаем и нажимаем на голову. Так. О, о. Каждую третью берет. Работает не идеально. Так, отдай, отдай, отдай. Я ее сломал, по-моему. Нет, так заедно. Ну, короче, вот такая вот была идея. Серега, что это? Электрошокер. Пам и... Так, какая дубинка? Нет, электрошокер. А нет, его здесь коснулся. Прикольная штука, да? Пам. О, что Евгений нашел, все. В ближайшие 2 часа его не будет слышно вообще. Будет сидеть и наблюдать. Сполоснуть надо. Или это фрисби? Нет. Нет? Смотри, как пеной взялась. Круто. Ну, поставишь, оно все сольется. Hewlett-Packard 10B. Бизнес написан. Оставим, будем деньги считать. Подарок на 8 марта. Смотри, ух, какая корзинка готова. Класс. В общем, подарок готов. И соковыжималка. А это день рождения или Новый год? Oxygen написано. Для дыхания. Кислородная машина. Посмотри, какая современная уже, да? Ингаляция. Это вибродоска. Серега, помнишь, ты тестировал такую? Спион. Спион, да. А теперь будешь с вином тестировать. Будет опять. Все. Все. Поющий фонтан или водопад, что это? Ну, в общем, какой-то водопад. Да. Много старых фотографий, прямо много. Но менеджер сказала, что ничего оставлять не надо, потому что забирать никто ничего не будет. Такие застолья. Ну, дверь как вот там обитая, смотри. Дверь обитая. У тебя тоже такая была? Да. Ух ты. Так это может мы все в одной квартире пьянствовали всегда? Не могло же так совпасть, что у тебя обитая дверь, у меня обитая дверь. Ну да, вот такие фото-фото. А в этой коробке должно было быть что-то очень дорогое. Остались очки, здесь какие-то лампы, но много чего не хватает. И что-то такое. Вон провода, провода. Какая-то упаковка. BMR Group. И если бы было все внутри, бэушная $1500. Минимум. До 3500. Вон 3500. 3350. Вот такое должно быть внутри. Продано за $3300. Вот так. Здесь бумажное полотенце. Целая коробка. Салфетки. Еще салфетки.
Туалетная бумага. Целая коробка. В общем, бумаги очень много. Серега, ну ты хоть коробку продай, я знаю. Продадим там еще. Да? На запчасти продадим. Что-то там, проводочки какие-то есть, может и продадим, посмотрим. Ладно. Подушка. Знаете, сколько стоит? Где ценник? $149. $150 за подушку. Нормально? Ну, чтобы устраивать такие бои. Пойдет. Сухпайки и наборы для выживания. Срок годности 47 год. Парочку пакетов Евгений с Серегой даже попробовали. И как было? Вкусно? Вкусно. Вкусно, говорит. А так, если посчитать эти ведра, все коробки с салфетками, все коробки с бумагой, санитайзеры, в какую сумму можем оценить? $1000. $1000. Посмотрим, будем продавать или нет, но... Да сами съедим. Можно в поход с собой будет брать. Но если передумаем, то можно продать. Продается хорошо. Опа, стоять. Сумки Tumi Limited Edition Lexus. Две новые, две бушные. И что, сколько стоит? Выставили на 1000, но реально $600. $600. Ну да, они очень недешевые. А двоячка с вином. Серега в пропасть выбросил сразу несколько бутылок, но и остальное тоже разошлось. В общем, все вино выбросили в пропасть, как говорится. Но там было на $500-600. А если бы мы продали, там было бы долларов на 300. Да, где-то так. Ну давай, плюс $300 за вино. Розовая посуда? Долларов на 100. На 100 всего, да? Недорого, ладно, $100. А вот эта большая серая коробка, которую мы нашли в конце, которая в проданных $3000, ну, полный комплект, у нас была практически пустая. Оказалось, что это медицинское оборудование для сосудов, улучшает кровообращение, ну, или каких-то медицинских центров. У нас была почти пустая, но не пустая. Из того, что там осталось в коробке, на какую сумму? На $300. На $300, пожалуйста. Запчасти всякие. Отлично. Плюс $300. А старые видеокамеры, полароиды, вот это все? Ну, $200 за все. 200? Да. Недорого. А ручка Монблан? $200. $200. Камни надо будет проверить. Ну, посмотрим. Ладно, посмотрим. Пока непонятно. Так, и что по ювелирке? Бижутерия. Бижутерия. Это серебро. Ну, серебра немало. 126 грамм почти. Такие браслетики. Мы стеклом считаем $120. $120? Есть одни золотые часы. Хамильтон. Вот такие. Белое золото, написано 14 карат. Но золотые только часы, браслет нет. Вот это золото, подвесочки такие симпатичные. Ты себе это оставил? А, это кегля. Это кегля, это, наверное, шар. А, точно. А я смотрю вот так, она думала, зачем ты себе оставил такую подвеску? Оказывается, это шар для боулинга, это кегля, а это боксерская перчатка. Вот такая маленькая. И есть даже гитара. В общем, золото-золото, это тоже золото. И здесь кольца с бриллиантами и жемчугом. Вот такие брюлики внутри. Вот этот самый большой где-то 0,8 карат, 0,5, это чуть меньше. А здесь много мелких. Вот такое колечко. И это тоже золото. Кольца почистили, вот так они выглядят. Очень красивые, прямо очень. Но давайте взвесим, сколько здесь золота. Вот это, сюда же. Кольца тоже сюда же. И что получается? 75 грамм. Слушай, ну неплохо. И сдать это налом получится где-то 2900 до $3000. Мы скупщику фотографии скинули. Он сказал, все в порядке, везите вместе с камнями. Он камни повырывает плоскогубцами. Говорит, они никому не надо, он их выбросит. А все остальное, говорит, я перевешу. Ну, будет не 75 грамм, будет меньше, да. Ну, может быть, не 2900, может быть, 2600. Поэтому, как минимум, 2600 у нас есть. Да? Да. Что значит в смысле? Ну, шучу, конечно. Какие камни повырывает? Кольца с бриллиантами пойдут отдельно. Ну, в общем, что-то лом, но точно не эти кольца. То есть, если кольца с бриллиантами продавать отдельно, то как минимум на 1000-1500 мы получим больше. Поэтому будет не 3000, а 4-4,5. А может быть и дороже. Надо, чтобы камни проверили специалисты. Но минимум 4000 у нас здесь есть. Вот так вот. Родственники бросили бабушке на золото и бабушке на бриллианты. Они сами от этого отказались. Сказали, забирать не будем. Ну что теперь поделать? Теперь мы это будем продавать. Да. Хорошо. Это два победных комментария в рубрике «Приятная соточка» с прошлого выпуска. Поздравляем победителей. Пришлите нам сообщение на почту. Сегодня у нас тоже рубрика «Приятная соточка». Оставьте ваш комментарий, ключевое слово. Бриллианты. Бриллианты. И кто-то в следующем выпуске заберет $100. Вот такой сегодня был выпуск. Всем огромное спасибо за просмотр. Миру мир, нет войны. Мы всем желаем крепчайшего здоровья. Берегите себя. Всем пока. Всем пока. Пока.